вещь, которую я и надеюсь, вы тоже заметили. Когда вы выходите сюда, то занимаете какое-то положение, какую-то позу. И если я стою здесь вот так, то я у всех прошу прощения, и чтобы меня помиловали, да? Обращаясь к карте. Если я стою вот так, да, то это еще одно обращение. И тогда оно достанется каждому, между прочим. Или у меня будет еще какая-то поза, достаточно свободная. Как вы замечали, что нужно делать оратору для того, чтобы привлекать внимание со своим телом, вообще в принципе? Двигаться. Двигаться. Как минимум двигаться. А я сейчас вам предложу упражнение. Оно, конечно же, не без юмора. В котором вы будете объяснять всей аудитории важность какого-нибудь процесса. Ну, например, кто знает действительно, что такое циклотентампер и гидротентампер? Никто не знает? Отлично, тогда вы сейчас будете объяснять, что это такое. Сейчас каждый будет выходить сюда. Объясните, если ты сам не знаешь, что это. Да. У нас же что-то в случае нет. Я бы мог предложить вам выйти каждому и сказать о том, что вы знаете хорошо. Ну, неинтересно совершенно.